Александр Борисович, за каждым великим человеком часто стоит великий наставник и учитель. А можете рассказать о вашем наставнике, которого вы считаете великим? Про наставника, безусловно, могу сказать, только я-то не великий, поэтому преамбула не совсем ко мне. Да, таких несколько. Это, в общем-то, мои школьные учителя, дай бог им здоровья. Многие из них еще живы, здравствуют, некоторые даже работают. Это действительно те люди, которые сделали мое детство реально счастливым. Потому что то, что было у нас в школе, это действительно потрясающий мир, потрясающая жизнь и, в общем-то, потрясающий коллектив, с которым мы общаемся до сих пор. И, собственно говоря, вот то, что мы с нашим классом минимум там 3-4 раза в году встречаемся, и нам не скучно, но я считаю, что это заслуга наших наставников.